Was buried in misery. I couldn't trust myself. You added a piece to me that I had never felt. Всем привет, всем доброе утро. Снимаем видеоблог. Кристина, что ты там у тебя жужжит? Расскажи мне. Моя щеточка. Ты видишь на нее. Балдеет, чисто, знаете, как коту за ушами. Mm-hmm. Чесать, так и она. О, вообще капец. А мы тут собрались снимать на iPhone распаковку Xbox. А то он уже у нас 4 или 5 дней лежит, а я его даже не открыл, представляете, какой ужас. Короче, надо снимать распаковочку, сейчас посмотрим. Попробуем на iPhone снимать. В прошлый раз мы снимали распаковку на Соньку нашу, но что-то света маловато. Пока мы не купили прям, ну, какой-то хороший свет, что-то ей тяжеловато, не знаю. Попробуем на iPhone, может там будет лучше. А если не будет лучше, то будем дальше на Sony снимать. Ну, а звук я знаю, что на iPhone, ну, такой себе. Поэтому поставил микрофон, и придется звук записывать отдельно на компьютер, а потом сводить дорожки. Ну, ничего, переживу я как-нибудь это дело. Ой, вот такие планы на сегодня. А еще мы сегодня, Наверное, поедем в Ашан, правда мы поедем в Ашан? Да, мы хотим борщ приготовить. Да, мы хотим, во-первых, приготовить борщ. Нам надо купить ингредиенты. А еще надо же в конце концов елочку купить, правда? Угу, там их всего было две. Я надеюсь, что они еще там есть. Да, выключилась. Можно здесь смотреть. Таймер стоит. Все, куда? Мы только что отсняли распаковку Xbox. Я нам сделала типа завтрак. Ну, короче, сухой завтрак будем кушать. Потому что надо ехать в магазин, закупаться. Хотим сегодня борщ приготовить. Надо поехать за свеклой, за сметаной и за елкой. Чтобы борщ приготовить. Да, купим елочку себе. Только ставить пока не будем, да? Конечно, нет, не будем. Оставим ее в коробке и куда-нибудь спрячем, чтобы она нам не мешала. Вот, так что я сажусь завтракать, а Никита в ближайшем времени ко мне присоединится. Да. Значит, девочки, мальчики, смонтировал я ролик. Вот он идет монтаж. Будет в 4К 60 FPS, поэтому так долго сохраняет. 7 минут. 7,5 минут вышел ролик, а сохранение будет примерно час длиться. Это много, это прям мое почтение. Ну, посмотрим на качество. Если будет прям сильно лучше, чем Full HD, то я буду и дальше так делать. Пофиг, там на час оставил, ну, хай себе монтирует там этот компьютер. Час переживу, да. А если будет качество не сильно от Full HD отличаться, то, наверное, потом уже не буду так делать. Ну, посмотрим, короче, как оно будет. Кристина моется, сейчас домоется, подсохнет после этого, пойдем, поедем, точнее, поедем, потому что машина есть, поедем за елочкой. Надеюсь, их еще все не разобрали, вот такой вот закат у нас. Так на самом деле странно, что тут закат в 3 часа дня, как бы вроде не сильно далеко мы находимся от Беларуси, сколько, 500 километров, не особо, а 2 часа разница. То есть у них сейчас 5 часов, и как бы закат смотрится логично. А у нас 3 часа и закат, ну немножко как-то не то пальто. Не знаю, наверное, сейчас поиграю в что-нибудь, в Зельду, может, какую. В принципе, я сейчас на монтаже даже ее не постримлю. На PlayStation, может, что-нибудь потыркаюсь и поедем. Я вышла из душа и расстроилась. Почему? Ну, потому что, как бы, 15:29, и что вы думаете? И вот, все, пока, солнце. Пока. Я про это сказал, потому да? что у нас рано солнце садится. Я еще расскажу. Ну, так, блин. И всегда, вот сейчас будет 16 вечера, ну, и будет темно. И я буду сидеть и думать, что уже 8, и ничего не буду делать. На самом деле, мы уже столько всего сегодня сделали. И ролик сняли, и смонтировали, и Кристина помылась. И так далее, а уже, а сейчас только 15:30. Что целый день впереди? Ну, мы рано встали, мы легли и... Ну, мы в 10 вы... все встали. Хотя мы хотели встать в 8, мы думали, что 8 часов нам хватит сна, но учитывая то, что последние дни мы спали мало и неудобно, нам пока что надо было больше, то есть мы сегодня 10 даже смело. Ну, так и после спали. Дороги еще усталость. Да, ну, я думаю, что завтра попробуем, послезавтра, как-нибудь надо так уже приучать себя вставать в 8, а то и даже раньше, чем в 8 утра. Потому что, ну, как бы надо же работу сейчас начинать искать уже. Такую нормальную, mm-hmm. стабильную. Ну и нормальные люди как-то, ну, в 8 утра уже надо быть на работе. То есть это в 7, а то и в 6:30 надо уже учиться вставать. Ну сейчас. Просто нужно рано ложиться. Вот мы вчера легли в 11:30 где-то, да, или в 11. В 12 я уже спал, мне кажется, тоже. Наверное. И вот я заснула и, ну, как бы нормально себя чувствую. Просыпаешься как человек выспанный. Ну, думаю. Вот, так что надо тоже переходить, пораньше ложиться спать. Мы раньше планировали, как ложиться.
чтобы было примерно 12, тогда уже там начинать монтировать влог, там еще что-то. А теперь нужно начинать монтировать влог в часов 9. Ну, потому что с 9 до 12 мы реально ничего не делаем. Ну вот вспомни, да? Ну, типа, я валяюсь на диване с 9 до 12. Надо себе прям поставить этот какой-то график, чтобы в 9 часов уже садиться монтировать влог. Он к 10 смонтируется, и можно идти спать там в 11 даже где-то или в 10. Ладно, я сейчас поиграю немножко в конфетки. У меня там бесплатной жизни надавали, ну, часов жизни. Немножко обсохну, надо сейчас будут волосы достать из полотенца. И поедем в Ашан. Надеюсь, нашу елку никто не забрал, потому что там одна оставалась или две елки? Две. Нет. В Ашане была, по-моему, одна, а две это вот здесь в Карифуре, та, которая побольше. Да, может быть, да. Короче, поедем. Если будет наша елка, то ее обязательно возьмем. Так, Кристина. Короче, я смотрю тут ТикТок, как всегда, и увидела такую штуку. Сейчас Никиту будем проверять. Сядь ниже, а то тебя, наверное, там не видно. Что, сейчас будет, начнется издевательство над Никитой на камеру. Тем более, что она мне даже не хочет говорить, что она сейчас собирается делать. Смотри. Вот так вот руку перед собой положи. Тебе нужно ее будет так перевернуть. Но нельзя ее так переворачивать. Надо как-то без обрацания, короче, перевернуть. Как это сделать? Как-то можно. И это, наверное, очень просто. Да. Сдаешься? Нет. Ну давай уже оставайся. Перемотаешь там. Да? Нет. Ну она же у тебя согнутая, должна быть прямая. Так? Ну, по сути, типа, наверное, так тоже можно, но в ТикТоке по-другому. Короче, смотри. Типа, вот так, да? Поднимаешь сюда. К сердцу. Прямо. И что, где ты ее перевернул? А, вот так. Так. Подожди. Подожди, я забыла. А, надо было с ладошки, наверное, наоборот. Подожди. Так. К сердцу, вот так, так, к сердцу, вот. В конце концов, мы собрались. Завязала бы шарфик. Так, мы сейчас в машину сядем. Ну, только пока зайдем. Сейчас завяжу. Едем в магазин. Что тебе плющит? Музычка у меня это заела. Вот это. Тиктоковская твоя. Кто-то нас остановил. Сейчас подсядет. Мы приехали в Ашан. Приехали. Ой, что, идем? Идем, припарковались, короче, специально где-нибудь, где поменьше машин. Но мне пока только так. Да, потому что там вначале все прям забито. Ходить спокойно можно. Ключи не хочешь забрать? У меня какая-то вечная проблема. Надо на кнопочную машину. Ключи Никита вечно забывает. Вылазим. На улице, конечно, прохладненько, но... Нам на машине нормально. Включили себе печку. У нас там 30 градусов. Не, я идеально встал. Тут две полосочки и тут две полосочки. Ну, молодец, что идеально встал. Все, ты свет выключил хоть? Да. Машину выключил. Молодец. Все, идем в Ашан. Надо тележку нам взять. Надо, надо. Так, идем. Где тут пешеходные или типа тут ходят все как хотят? Мы закупились. Короче, набрали пакет продуктов. Елку нашу не украли. А сколько было, это много? Новое, потому что в прошлый раз я видел нашу елку 32. И она побитую была какую-то. Побитая коробка. А это новая коробка. Со склада, наверное, принесли еще одну. Возможно. Короче, взяли еще щетку для машины. Потому что сегодня она подмерзла немножко. Да. А скоро... Короче, сейчас зима начинается, чтобы вы знали. Я вас держу в курсе. Поэтому мне придется... Мало ли кто-то не знал, да, что через неделю. Придется иногда стекла чистить, поэтому... Такая вещь пригодится. Да. Выходим, короче, домой. Выезжаем с нашей тележкой. Сейчас все это будем паковать и ехать домой, потому что уже проголодались немножечко. Мы только завтракали. Буду готовить быстренько красный борщец. Кстати, купили свеклу, представляете? Есть сразу натертая, вареная. А как она по цене, кстати? Дороже, чем обычно? Не.
По-моему, даже на 10 копеек это. Из говняной, наверное. Да какая нам разница? Какая разница? Вот. Что, Никита, попался? Что выглядишь ты, Никита, подозрительно? Подозрительно я выгляжу. Я подумал, что я украл елочку. Ну, что-то не знаю, нас остановил, говорит, можно ваш чек? Да, а сегодня забрал. А прикинь, если бы я да выкинула, я такая хотела выбросить, вот там мусорки стоят. А потом думаю, заберем. Кинула вот в так этот. Вот, забирать всегда чек, чтобы потом не ругаться со всякими дядечками, охранниками. Первый раз слышу это. А я еще думаю, Кристина, снимай. Мало ли он сейчас наш чек куда-нибудь заберет или что-нибудь с ними сделает и скажет, что что-то не так. А я ему сразу такую камеру в лицо, пан есть на гран, и пан точно хочет со мной поссориться. Короче, странно. Ну да, тут непонятно, такая коробка, слушай. Ну, может, я в ней человека везу, китайца, как раз бы влез. А уже приготовился супчик. Наш борщец. Я уже покушала. Вот моя тарелка надо убрать, а Никита ест за компьютером. Почему? Что? Почему ты за компьютером ешь? Ну, потому что я оттуда играю. Кто-то играет, ведет стрим и не захотел, короче, со мной сидеть за столом есть. И все, я немножко обижаюсь. Не знаю, ли долго буду обижаться, но, походу, даже не в курсе, что я обижаюсь. Да, Никита? За что мне обижаться, Никита? За то, что ты не захотел со мной кушать за столом. Я с тобой кушаю, вот, чтобы я здесь сидел, чтобы полметра разницы. Короче, вот. Короче, суп очень вкусный получился. Да. Я прям поела, молодец. И у меня сон поклонил. Не знаю, что-то мне так спать захотелось. У нас 9 вечера на самом-то деле. Как быстро влетит время после того, как темнеет. В 4 уже было темно, и мы выехали в магазин, нет? Приехали, борщ очень быстро приготовился. А уже 9. Короче, неизвестно, куда часы бегут. Сейчас пойду, может, еще чем-нибудь посмотрю. Вот эту смотрю. Видосик на ютубе интересный. Досмотрю и тогда буду думать, что делать дальше. Я тут пришла, короче, в ванную прощаться, чтобы Никите там не мешать. Буду садиться монтировать влог, потому что что-то меня конкретно в сон клонит. Сейчас 9:30. Думаю, что через час уже можно, ну, то есть могу я лечь спать и засну. Возможно, из-за того, что мы рано встали, хотя мы встали нормально, больше чем 8 часов мы спали. Не знаю, чем меня так сегодня это вымотало, хотя вроде ничего такого и не делали, но вот клонит все, короче, капитально. Так что всем до завтра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем спокойной ночи, всем пока.